Разгрузка руды на Ачинском глиноземном комбинате возобновлена, напомню, почти 2 недели назад. Сломался вагонопрокидыватель, который предназначен для выгрузки нефелиновой руды. И второй резервный агрегат несколько месяцев находился на капитальном ремонте. Был большой риск остановки производства. Тысячи сотрудников ЭГК могли отправиться в вынужденный отпуск. И накануне, поздно вечером, вагоноопрокидыватель, который находился на капремонте, запустили. Однако ситуация все еще далека от штатной. За время простоя на подъездных путях скопились более 200 вагонов с нефелиновой рудой. Выгрузка сырья началась, но ситуация на комбинате еще далека от штатной. Нам потребуется время, чтобы восполнить те нормативные запасы руды, которые у нас должны быть на комбинате, чтобы восстановить объем продукции выпускаемой, который был снижен в 2 раза во время остановки вагоноопрокидывателя. Ситуация находится под нашим пристальным вниманием, так как у подрядчика нет резервного вагоноопрокидывателя и, соответственно, комбинат находится все еще в зоне риска.